Универсальный акриловый матовый лак – это самый выравнивающийся лак на экологичной водной основе. Он придает красочному слою матовую бархатистость, образует тонкое, но гибкое и прочное однородное матовое покрытие, смягчает яркость тонов красок, защищает от воздействия внешней среды, влаги и пыли. У лака текучая консистенция, которая позволяет ему идеально разноситься по поверхности и затекать в углубление при лакировке рельефных изделий. Но при необходимости лак можно разбавить водой не более 10%, чтобы он не утратил своих защитных свойств и показателей матовости. В банке при нанесении лак молочного оттенка, но после высыхания становится полностью прозрачным. Высохший универсальный матовый лак не имеет эффекта подлипания. Лак прекрасно наносится на любые поверхности, окрашенные акриловыми красками. Часто акриловые лаки наносят на впитывающие поверхности дерево, МДФ, гипс, глина и картон первым слоем в качестве грунтовки. После высыхания лак гибкий и не подлипает, поэтому подходит для того, чтобы защищать фрагментарные рисунки, выполненные акрилом на ткани и коже. Лак подходит для лакировки полимерной глины, но не подходит для покрытия работ, выполненных масляными красками. Расход лака в один тонкий слой 100 мл на 1,5 метра квадратных. У нас есть очень блестящая картина, закрытая глянцевым лаком. Давайте наполовину покроем ее матовым и сравним степень блеска. Матовость лака особенно заметна при нанесении его на полуглянцевые и глянцевые поверхности. А вот если наносить матовый лак на ультраматовые краски, то по сравнению с ними будет казаться, что он дает легкий сатиновый блеск. Что логично, ведь в его составе есть латекс, который обеспечивает защиту и от влаги, и от механических воздействий, и от ультрафиолетовых лучей. Секреты идеальной лакировки. Первое. Обязательно перемешивайте лак перед каждым применением. Матирующая добавка имеет свойство выпадать в осадок. И чтобы вернуть лаку однородность, его нужно перемешать. Не взбалтывать, а именно перемешать аккуратными, спокойными движениями, используя синтетическую кисть. Если взболтать лак или перемешивать его слишком активно, в нем могут образовываться пузырьки воздуха, которые помешают идеальной лакировке. Второе. Не забывайте очищать поверхность перед лакировкой. И изделие, картину перед покрытием лаком стоит обеспылить. Третье. Для нанесения лака можно использовать как кисти, так и валики или поролоновые губки. Это зависит от ваших предпочтений и площади поверхности, который планируется покрывать лаком. Мы всегда советуем брать широкие и плоские синтетические кисти. Чем мягче синтетика, тем меньше будет риск оставить следы от кисти. Четвертое. Акриловые лаки наносятся тонким слоем. Они абсолютно не подходят для работы методом наливания или кунания. Помимо мягкого ворса, вторая составляющая рецепта идеальной лакировки – это работа тонкими слоями с промежуточной просушкой. Время промежуточной просушки составляет от 15 до 30 минут. Лак просто должен стать сухим на ощупь. Ускорить высыхание можно теплым, но не горячим воздухом из фена. Каждый следующий слой следует наносить в перпендикулярном направлении к предыдущему. Пятое. Полное высыхание лака 24 часа. Если сравнивать новый лак с матовым лаком из художественной серии, то универсальный обладает еще более глубоким матовым эффектом. Попробуйте его в своих работах. Творите с удовольствием и до новых встреч!